И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы поиграем в довольно интересную игрушку под названием Blockhood. Здесь нам, ребята, предстоит строить свои города, зарабатывать ресурсики, чтобы выполнять челленджи или просто так строиться. В общем, интересная игрушка, сейчас вы все увидите. Если вам захочется еще серии по ней, то не забывайте ставить лайки, конечно же. Начнем с первого челленджа, я уже, по идее, его проходил, но мне на нем проще всего будет показать, что здесь нужно будет делать. И вот, в общем, у нас первое задание — собрать 600 воды. И у нас появляется вот такая вот, вроде, пустое пространство, пустой кусок, вроде, ничего в нем интересного. Но на нем все будет строиться, конечно же, на нем наш первый город и появится. В общем, у нас есть ресурсы такие, сейчас у нас есть только деньги. Деньги нам нужны для того, чтобы... Используют различные постройки, которые будут их потреблять. То есть здесь Water Tower, она требует одну денежку, но дает за это 10 воды. И всего нам надо будет собрать 600 воды, получается. Для этого надо будет вроде как много Water Tower'ов. Но если мы их много поставим, у нас, конечно же, закончатся все деньги. И для этого нам надо будет электричество. Электричество нужно для людей. Люди приходят, конечно же, когда уже есть все, начинают там обживаться. И после этого мы строим магазины. В магазинах они уже начинают делать нам деньги. После этого мы, конечно же, эти деньги перегоняем в Water Tower. И я думаю, уже понятно, что здесь надо будет делать, по какой методике оно все пойдет. Ну ладно, давайте построим первое электричество. Это солнечные панели, их, по идее, строить самое зашибись, потому что они ничего не стоят. Они производят энергию, и они бесплатные. Это самое классное. Так, надо повернуть камеру, а то здесь мне неудобно. Так, вот сюда поставили. Первая энергия у нас сначала вырабатывается, сюда это добавляется дело. Теперь нам надо провести коридор. Давайте какой-нибудь коридор проведем, простенький. Коридор — это такая дорога, через которую к нам будут приходить люди. Поэтому мы вот так вот обустраиваем все это дело. Сейчас закончим вот так вот как-нибудь, я не знаю. Хотя, давайте нет, не вот так вот сделаем, а вот, вот так вот я, наверное, проведу дорогу по прямой. Прямо, чтобы мы больше построек смогли поставить. И сейчас надо будет деревья поставить, колодцы все-таки. Точнее, Water Tower я поставлю все-таки. Вот он здесь будет стоять. Я сразу их 3 штуки поставлю. Думаю, мы успеем выработать нужное количество денег, чтобы эти 3 Water Tower покрыть. И сейчас нам нужен воздух свежий. Это вот эти вот деревья нужно будет строить. Они делают нам воздух. И лейшер, по-моему, называется. Я не знаю, как именно переводится, но, наверное, это что-то типа отдых. Или это лицезреть приятно им, или что-то в этом роде. Так, и в общем-то у нас есть все основные вроде как ресурсы для людей, деревья есть, вода есть, дорога есть, остается только построить здания и магазины для них. Так, сначала мы сделаем 3 домика, получается. Так, что-то не ставится здесь, не вижу. А, вот так вот, поворачиваем, обязательно повернуть стороной, со стороны двери, скажем, входа, потому что если мы криво поставим, то никто сюда не зайдет. Так. А, блин, кривовато поставил, но это ничего, это легко решается на самом-то деле. Так, вот 3 здания, 3 жилых. Если их правильно размещаешь, то идет, конечно же, бонус того, что это типа одни здания и не стоят вместе. От этого им только лучше. Так, все, людишки должны у нас начать появляться потихонечку, а тем временем мы добавляем магазинчики. Самый интересующий нас магазинчик — это ритейл-шоп, потому что он дает мани, но... Мани не работает без консюмеров, а консюмер производит ритейл-шоп. Поэтому ритейл-шоп нам очень понадобится. Их всего, наверное, штучки 2 построим. Их дофигища нам не надо. Так, надеюсь, я правильно поставил. Мне такое чувство, что я неправильно поставил. Ну, сейчас посмотрим. Так, ритейл-шоп поставили. Теперь large art. Вот, все, устроим. И здесь у нас будут основные денежки производиться. Такс. Теперь надо это разместить вот так. И они также вместе дают особенный бонус друг другу. По идее, правильнее ставить, чтобы они все в упор друг другу стояли. Тогда все бонусы и получатся. Так, давайте еще деревьев поставим. Хотя, стоп, зачем нам деревья? Нам надо сделать еще этих вотертанков. Потому что иначе, точнее, вотертанк, вотертауэр, точнее, мы их делаем. Все, начинает производиться водичка. И по такой методике у нас все это дело происходит. Можно посмотреть. Так, да, по-моему, магазины правильно. Да, магазины правильно стоят. Здесь нарисован ритейл-шоп. Это механизм и человечек. Значит, всего хватает. Человечек — это если дорога не подведена, механизм — это значит там, что ресурсов, наверное, не хватает, если они будут гореть красным. Так, в общем-то, энергии довольно много потребляется у нас, на самом деле, больше, чем мы можем производить. Но пока можно, по идее, подождать, она более-менее в балансе еще так держится. В общем, цель у нас сделать 600 воды.
Это такое первое задание, ну я уже его выполнял, этот челлендж, по идее, у меня пройденный, но на нем мне просто было проще объяснить, что здесь происходит. Не хватает нам, кстати, лейжера побольше деревьев, ну остров у нас очень маленький, они в следующий раз они будут становиться больше, 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 все интересного будет здесь появляться. В общем, вот такая вот интересная игрушка. Давайте перейдем во второй челлендж, потому что я проходил, смысла его проходить немного. Но, думаю, вы уже поняли, что здесь предстоит делать, и мне кажется, это довольно интересная игрушка. Если вам захочется в нее поиграть, то ставьте, конечно же, лайки, поиграю еще. Так, теперь мы идем в челлендж второй. Да, здесь есть пост-сэндбокс, можно просто, по идее, страдать всякой фигней, делать все, что угодно. Но я попрохожу челленджи пока что. Так, второе задание. Obtain more than units of knowledge. Видимо, нужно будет 10 чуваков чему-то научить, какие-то знания, чтобы они получили, если я не ошибаюсь. Такс, окей, block hood, knowledge, точнее, blocks like offices. Здесь уже офисы надо будет строить нам, офисы где они? Вот офисы, они производят у нас, да, они требуют знания. Школы его дают, значит, все понятненько. Так, теперь надо посмотреть, что у нас потребляет. Inputs use и labor, значит. Так, consumer. Ну, нам, походу, потребуются все типы зданий в данной игре. Здесь появилась энергия, вроде то же самое, да? Да. И здесь появились лестницы. К чему здесь лестницы? Можно второй этаж нам создать. Круто, слушайте, вот это прикольно. То есть мы теперь не ограничены этой зоной, можно построиться выше. Так, окей, давайте пока что просто сделаем электричество. Чтобы у нас вырабатывалось самый первый ресурс, который нам понадобится, конечно же, будет электричество. Так, денежки у нас есть, поэтому, ну, немного денег есть, можно построить один ватертанк. И плохого я в этом ничего не вижу. Так, строим деревья. Так, два типа, наверное, поставлю вот таких. И первое здание у нас вроде как есть. Еще есть inputs, outputs. Community leisure производит. Это у нас... Только нам Йос нужен. Йос. Ну, это все у нас производит, по-моему, здание, да? Эти какой-то магазин вроде производил это дело. Да, вот Outputs, Йос, вот это да. Large Art нам нужен будет. Так, окей, давайте начнем производить здание. Так, оп, готово. И Large... стоп, нет, я даже вот так поставлю, потому что я хочу два домика сразу построить. Так, оп, и они дали комбо. Получается, офис пока не буду ставить, нам надо провести дорогу, после дороги я уже начну делать другие вещи. Надо еще посмотреть, как создать второй этаж, я никогда не создавал его, и мне жутко интересно, на самом деле, как это будет. А это лифт. Так, ну, нам надо лестницу, да? Давайте попробуем, посмотрим, что из этого будет. Если можно реально... О, да, смотрите, реально можно наращивать второй этаж, получается, по ходу. Так, стоп, что-то не понимаю, как оно работает, не совсем... Так, получается, крышу домов делаем, и по крыше домов мы можем строить дальше. А, вот, получается, да, действительно, можно реально создать второй этаж. Нарастить его. А можно ли, интересно, на втором этаже строить что-то? Вот это меня больше интересует, конечно же. Так, например, я могу? Могу. Ну, можно вроде как строить постройки. Да, можно офисы пустить поверху, теперь получается, а снизу будет то же самое. Ой, блин, не то, не туда. Так, оп, разворачиваем. Так, чего у нас уже производится, чего нам еще не хватает? Так, мани у нас уходит, knowledge пока нету, ну, пока все вроде появляется, все основные здания я создал. Так, не хватает только школы. Школу также наверху возведу, потому что так свободнее вроде как. Да, как-то... Хотя непривычно, капец, пространство, когда такое. Чувствуется это прям как-то странно. Но ничего, привыкнуть можно, я думаю. Так, нужны ли мне... Наверное, мне нужны плейграунд, да ведь? Давайте построим где-нибудь одну. Только я не понимаю, надо ли ее подводить к чему-то. Поэтому давайте вот так вот поставим. Да, блин. Камера не очень удобная. Жалко, сам не могу вертеть, как хочу ее. Но, в принципе, не суть важно. Не так уж все и критично. Площадка появилась. Knowledge пока... Ну, по идее, должен сейчас уже начать вырабатываться. То, что всего хватает для школы, да? Так, ну, inputs, по идее, хватает. Йоус, 10. Или надо больше, чем 10 мне? Не хватает еще? Ну, давай. Почему нет-то? Дорога вроде стоит, вроде все подведено. Или все-таки я как-то неправильно школу поставил, из-за этого туда не... Нет, но горит красненьким Йоус, значит, мне не хватает именно этого. Что-то стало их потреблять больше. Видимо, из-за того, что площадку построил, она стала их больше использовать. Так, тогда нам надо будет... Еще, наверное, один этот, Large Art.
построить вот здесь где-нибудь. Блин, да ё-моё, что такое? О, все время кто-нибудь да что-нибудь мне должен позвонить, когда я записываю. Ну ладно. Так, тем временем, кстати, knowledge начал вырабатываться все-таки. Но будет очень медленно, поэтому я добавлю еще все-таки один large art. У нас можно, конечно, еще один small. Нет, стоп, это не art, это apt. Я почему-то ар думал. Это большие апартаменты и маленькие апартаменты получаются. А я что-то это как-то не так смотрел. Забавно. Так, что у нас? Мани уходит. Мани, ну, мани в этой карте вообще не зарабатывается, судя по всему. А, нет, в офисе можно зарабатывать мани, но для этого нужны знания. Такс. Ну... Да, наверное. Что-то медленно очень все идет у нас на самом-то деле. Но вроде как в этой карте я в минус не уйду. Челлендж-то я все-таки выполню. Так, окей. 10 knowledge надо будет выработать. Ну, по идее, как бы у нас должно это получиться. Офис только потреблять их начинает, а нам надо вроде накопить 10, поэтому... Ну, по идее, хватит еще, хватит. Мы должны еще успеть. Я думаю, выработаем. Ну, ЙОС очень медленно производится, просто капец. Ну вот, сейчас будет снова такая пачка. Давай, так, уп. Надо одни большие дома тогда построить. Такс. Большие апартаменты, точнее. Можно прямо их здесь? Нет, можно здесь их нарастить? О, можно. Давайте сюда прямо тогда фиганем. Почему бы и нет, прямо рядом со школой. Тут такая, это, дома, школа, и тут же офис, нормально. Весь путь жизненный я уже тут сделал для людей, и мы заработали все, что надо. Отлично, прошли второй челлендж. И, в общем-то, думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, вам игрушка понравилась. Если захотите продолжение видеть... Еще следующие челленджи, сколько всего там можно построить, сколько всяких интересных штук там можно придумать, то ставьте, конечно же, лайк, поиграю еще в нее. А если вы здесь впервые, рекомендую также подписаться, я всегда рад новым подписчикам. Поэтому подписывайся, друг мой. И это все, наверное. Всего вам хорошего. Не скучайте, не болейте, играйте в хорошие игры. Увидимся в следующий раз. Удачи!